готова? Готова. Готова. Водичку налили, да? Водичку в кружечку налили? Теперь я всем показываю. Нет, давайте я сначала объясню, да. Вот смотрите. Большая кисть. Настя, смотри, большая кисть есть, да? Вот такая вот. Вот такая большая кисть. Этой кистью мы будем рисовать фон. Вот чтобы у нас... Настя, Настя. Чтобы у нас вот такая картина получилась, нам нужно сделать вот этот вот фон. Сверху фиолетовый, снизу снег. Понятно, да? Нет, нет, нет. Мы начнем синим. Вот кистью. Плоская, плоская кисть. Смотрите. Она очень удобна тем, что ею можно делать вот такой вот широкий мазок. Вот плоской кистью. Смотрите, у вас еще есть плоская кисть. Вот. Ею можно широкий мазок делать. А можно вот так вот этой стороной тоненькую-тоненькую линию проводить. Вот когда вот так вот возьмете на ребро, и тонкую линию можно этой кистью проводить. Вот этой кистью можно снега много вот так вот накладывать. Вот смотрите, круглая кисть. Круглой кистью можно вот как здесь много-много снега накладывать. Понятно, да? И вот у вас еще тоненькая кисточка. Кто скажет, для чего тоненькая кисточка? Тоненькие линии, вот веточки тут, видите? Маленькие. Веточки тоненькие, где у вас, смотрите, вот здесь вот, тоненькие веточки проводить будете, да? Или вот совушек рисовать, когда будете, бровки у совушек, там, крылышки, ножки, вот общий вид, видите, вот так вот, как картина выглядит, это вот композиция, как дерево расположено. Где у нас снег заканчивается, где у нас небо начинается, где у нас кустик, где зайчик. Вот расположение на картине – это композиция. Мы с вами сейчас давайте строим композицию. Но сначала сделаем пол. Водички не дали, а где водички? Кисточку вот так наполовину кисточку макаем и берем немножко вот так вот краски, делаем сметанку. Делаем синенькую сметанку. Вот так вот. Макаем. Угу. И синенькую сметанку делаем. Поближе возьми к себе. Поближе. Палитру берем к себе поближе. Вот так вот. Ага. Сметанку разводи. Прямо вот смотри, видишь, как у меня? Вот. Чтобы прямо... Хорошо. Потому что вам этой водичкой нужно будет закрашивать сметанку побольше, вот так побольше. Вот, как, вот, прям вот так вот, чтобы побольше было сметанки. И смотрите, как я делаю. Наблюдайте. Вот, у нас ниже серединки, да, мы ниже серединки вот так вот, раз, и проводим, и вверх пошли красить. И вверх пошли вот так вот такими, весь вверх у нас будет вот такой вот фон. Закрашиваем фон. Ой, Лиза, здравствуйте. Грязный, давай ваша помощь. Чистые мне давать. Краски, вы знаете, сейчас, подожди, я уже лобогрета, все не снять. Посмотрите, маленькая, синяя, белая, а вот здесь вот так вот. Молодцы, да? Вот, теперь в белую сметанку делаем. Вот, макаем и в белую. Вот, отлично будет. Угу. И теперь вот этой сметанкой снизу кончилось. И вниз пошли белой сметанкой. Можем даже, знаете, вот так чуть-чуть сюда махнуть в синий и вот так вот добавить сюда разводы. Как будто сугробы у нас получаются. Не знаешь, кому объяснять.
Не надо больше, отлично. Правильно. Где у тебя плоская? Это круглая. Где плоская? Посмотри. Во, молодец. Берем плоскую кисточку. Плоскую. Мы с вами сейчас будем делать коричневый цвет. Знаете, как коричневый цвет можно сделать? Берем немножечко, вот так макаем водичку. Берем немножечко красного. Сюда вот так кладем в стороночку. Красного немножко. Берем немножко зеленого. Кладем в сторонку, смешиваем с красным. И смотрите, что у нас получается. Когда мы красный смешиваем с зеленым, мы получаем какой цвет? Коричневый. Ага, молодцы. Угу. И добавляйте водичку, чтобы у вас оно показывало, что можно широкий мазок делать, а можно тонкой стороной. Мы тонкой стороной рисуем. Дерево сверху тонкое, к низу шире. Вот так мы его прямо проводим, ствол. Раз. И вот здесь вот у нас корни пошли. Вот у меня водички мало. Видите, царапает у меня красками. Я добавляю водички, молодец, тонкой стороной. Да, вот тонкой, как ты делал? Во-во-во-во-во. Тонкой. И вот так вот у нас ствол в корни переходит. Потом закрашивать будем. Сейчас сначала мы нарисуем веточки. Пошли у нас тут разные веточки, вот так вот. Вот так. Сколько хотите веточек, столько рисуйте. У каждого свое дерево. Каждый рисует свое дерево со своими веточками, со своим стволом, со своими корнями. Не забывайте кисточку макать в водичку. Когда у вас краска не ложится, если кисточка не скользит, макайте ее в водичку. Вот так, вот так. Сколько хотите, столько веточек добавляйте, чтобы у вас пышное дерево получилось. Кто дерево нарисовал, можете теперь вот тонкой стороной кисточки, можете взять тонкую кисточку, можете вот этой же плоской. Вот смотрите, кустик у нас, видите, вот здесь сбоку. Кустик вот так вот. Раз. Несколько веточек. Не набросали кустик, да? Вы больше травы добавляете, а не водичку. Вот у нас кустик. Она должна быть погуще. Немножечко. Подожди, не торопись. Я покажу. Мы возьмем круглую кисточку. У каждого есть круглая кисточка. Давайте я вам белую краску добавляю. Вот. Больше белой красочки. Сейчас нам понадобится много белой краски. Мы берем все круглую кисточку,
Все помнят, какая у вас кисточка круглая? Круглая, круглая, круглая. Потерял? Круглая. Вот, да, круглая. Круглая. Это та, которая толстенькая. Да, да, толстенькая кисточка. Это круглая. Молодцы. Сразу. На одну ветку положили. Приготовьте вилочки. Приготовьте вилочки. И вот смотрите. Кладете на одну ветку снег, да? Вот так вот. Прямо, чтобы он густой был. И у нас получаются иголочки. Белые иголочки получаются. Погуще накладываем. И сразу, пока не высохло, начинаем растягивать иголочки во все стороны. Во все стороны. Как хочешь, тебе нравится. Ага. Во. О, здорово. Отлично, молодец. Не размазывать. Надо, чтобы слой оставался вот так, чтобы вот так наложили. И быстренько растягиваем. Давай, молодец. Вот так вот наложили и иголочками. Молодец, молодец. Быстрее. О, здорово. Молодец. И во все стороны. А просто салат на хлеб. Читима, Лиза. Растягиваю прямо дальше. Прямо смело делайте. Чем смелее, тем красивее иголочки будут. Тем они длиннее. Вот сколько иголочек. Отлично. Отлично. Ой, отлично. Что хорошо. А погуще делай, ладно? Чтобы иголочки вилкой хорошо получались. Да, на веточке. Как будто бы снег на веточке. Только по очереди, не на все ветки сразу, а на одну положили, пока не высохло, быстро растянули. Слышишь, да, Настя? Отлично. Нет, да, вот смотрите, начинает одну веточку закончили, Заложили одну веточку. А теперь раз, растянулись. А у нас потом на вторую веточку. Вот эту часть пальчиком закрашиваем. Закрашиваем хорошенечко белой краской. Чтоб прям хорошо краска на пальчике была. И смотрите, у нас на веточке совушка сидит. Мы вот так пальчиком припечатываем. Раз и вот кусочек совушки посадили. И вторую. Да, на веточку. Вот так пальчиком. Я залепила все веточки, но у меня вот так совушка будет вот здесь. Вот так вот. Можете на ствол совушку посадить, куда хотите. Я вот еще третью совушку посажу. Смотрите, я ее прямо на ствол. А, вот сюда, повыше. Вот здесь вот. Вот. У меня совушек глазки зеленые. Мы ставим вот так вот прямо. Вот так вот. Один глазик, второй глазик. Сейчас я подойду к каждому. Один глазик, второй глазик. Вот так вот зеленые прорисовываем. Один, второй. Молодец. Молодец. Даже побольше глазик, потому что совушки, они же глазастые. Все твои совушки. Вот и вот. А, вот и вот. Да. Совушки глазастые, поэтому можно побольше. А клювик мы сделаем. А есть зеленая, да? Молодец, отлично. Можно глазки сделать посочнее, чтобы они хорошо глядывали. Полно красной краски. Так, у кого нет красной краски, давайте я добавлю. Нет, бери красную. Взяли красную краску. И смотрите, у совушек есть хохолки на голове красненькие, крылышки красненькие и снизу хвостик красненький. Вот, делаем. Смотрите, как я делаю. Хохолок. Раз. Сбоку крылышки. Оп. И оп. Раз, хохолок. Сбоку крылышко. Раз. И два. И опять. Хохолок. Раз. Крылышки. Два и три. И хвостик снизу вот так выглядывает. Бум.
Вот. Делали? Молодцы, молодцы. Ой, какие же вы молодцы все, правда. И вот теперь берите тоненькую свою кисточку. Тоненькую взяли. У вас есть коричневая краска. Помните, вы разводили коричневую краску? Так. Помните? Да. Вот, коричневую. Краску коричневую берем сейчас со своей разведом, у меня подсохла. Клювики делаем. Клювики и бровки. Бровки, посмотри, какие вот, как крылышки. Раз. Так. Макайте в водичку, чтобы у вас кисточка скользила. И вот так вот бровки сверху у совушки. И между глазок клювик. Совушек. Целая стая. Вот они. Все сверху было. Не порти. И этой же краской эти лапки. Лапки вот здесь вот. Раз. Подожди, прежде чем вытаскивать. Раз. Вот так вот сидят они у вас. Угу. Классные совушки, класс. В общем, кто хочет рисует, кто не хочет, не рисует. Зайца тоже можно пальчиком. Риза, уртас надо сам. Все хочу. Кто хочет, опять пальчик вот так вот, белой красочкой. У него уже и так шедевр какой получился, да? Такая картина шикарная. Смотрите, когда мы вот так пальчик держим, у нас получается туловище зайчика. Вот так вот пальчик, когда мы держим. Вот так вот раз его, вот туловище зайчика. А сейчас мы раз, и все. А кисточкой потом ушки. Раз. Ушки у зайчика пошли длинненькие такие, да? Хвостик у зайчика на лапках сидит. Да, пальчик, да, на базу хорошо. Хорошо, да, молодец, хорошо мажет, молодец. А, все-таки решил зайчика делать, да? Молодец, попробуй. Конечно, они такие смешные получаются. А ушки можно кисточкой. Ушки кисточкой вот так вот раз, вверх провели. И снизу кисточкой раз промахнули, два промахнули. И... Вот, и сейчас мы сделаем, а можно палочкой глазки поставить и носик зайчику. Кто хочет тонкой кисточкой, кто хочет палочкой. И носик. Так, ну кто скажет, что нам осталось сделать? Снежок. Берем. У кого-то чистые палочки есть? Оранжевые. Есть? Отлично. Если есть чистая палочка, это хорошо. Ой, замечательно. Бери, снежок делай. Снежок. На, держи. Снежок делай, белой краской. И смотрите, как у нас получится. Боже, как много-много снега падает. Угу. Вы еще на дерево можете вот так вот прямо на ветке положить еще снежок вот здесь вот. На корни положить снежок вот так вот. Здесь везде. Много снега. Так, теперь в воду. Зачем ты в воду? Вот, краску. Снежок же здесь сверху. Вот, да, она вверх. Вот, смотри, у тебя вот тут еще снежок. Молодцы. Прям восхитительно. Супер. Здорово. Таланты. Это точно. Молодец. У всех получилось здорово, классно. Давайте теперь, наверное, подсушим, прежде чем... Красота неописуемая, да. Молодец. Вот это очень здорово. Очень талантливая девочка. Да, видно. Вот, кстати, мама ее...
Морковка убежала, все, морковки нету. Он съел морковку. Вот я, наверное, просто великий могучий дуб получился, да? Ну. Да. Это у каждого свое дерево, свое видение. Покажи. Вот, молодец, Ульяна. Давайте Ульяне похлопаем, какая молодец. Что нам еще покажет? Аркебулана, покажи нам свою. Это, наверное, в отжиме. Молодец, смотрите, как красивая Аркебулана. Похлопаем Аркебулану. Молодец, классно. Он сказал, что это подарок брату будет. Конечно, он очень старался. Камаралбек, покажи свою работу. Умница. Похлопаем. У него такие совы яркие. Это особая порода сов. Пока Лизочка показывает свою работу. Поверни свою работу. Как здорово, молодец. Как прирожденный художник. Молодец. Показывай. 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 Молодец. 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 У тебя великий, могучий дух. Молодец. 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 Айдос, ну у тебя тоже шедевр. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have found.